Архивные письма и документы, репродукции картин Рериха и фотографии шедевров архитектуры, уничтоженных войной. Эта выставка состоит из 6 разделов. Все они объединены общей мыслью. Искусство нуждается в защите. Пакт Рериха, подписанный накануне Второй мировой войны, призывал страны в ходе боевых действий не прикасаться к произведениям искусства. Ведь именно культура должна являться символом мира и свободы. Создатели этой экспозиции уверены, что одними из первых с этими экспонатами должны познакомиться школьники. Николай Константинович призывал молодых учиться понимать культуру и различать культуру и цивилизацию. Культура ведь это такой пласт духовного и нравственного начала, который должен подвигать человека к совершенству. Владимир встречает выставку «Пакт Рериха» уже во второй раз. Несколько лет назад просветительский проект гостил в областном центре пропаганды изобразительного искусства. Ведь наряду с шедеврами архитектуры и строительства из-за боевых действий уничтожались и произведения живописи. Отличительный элемент на экспонатах выставки – символ, состоящий из 3 красных кругов, заключенных еще в одну окружность. Очень часто применяется вот этот символ, так называемый знамя мира, который, собственно говоря, связан с Рерихом. Его трактуют по-разному. Чаще всего, что это единство прошлого, настоящего и будущего в круге вечности, или единство науки, религии и искусства в круге культуры. Репродукции живописных работ подобраны не случайно. В каждой из них, говорят организаторы, нашло свое отражение одно из предсказаний Рериха. Экспозиция не просто будет располагаться на стенах 49-й школы. Для школьников она станет частью образовательного процесса. Они обязательно посмотрят каждый на каждом классном части фильм. То есть эта тема не просто так пройдет мимо них. Это не просто какие-то вот красивые точки на наших стенах, да? Я надеюсь, что это станет очень полезным. Мы обязательно покажем родителям на родительских собраниях. Мы обязательно проведем экскурсии для них. Руководство образовательного учреждения приглашает и другие школы города посетить выставку «Пакт Рериха. История и современность». Светлана Барашко, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».